Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon в новом сезоне. И, ребята, что я хочу сказать сразу же, это то, что сегодня выйдет 5 серий Pixelmon, ребята. Спросите вы, почему? А потому что сегодня 22 число. А вы спросите, а что 22 числа? Я скажу вам, что 22 числа у меня день рождения. То есть сегодня у меня день рождения. Но все же я решил, ладно, день рождения, как бы по идее, нужно что-то другое делать. Но я решил, что как бы в честь день рождения, да, можно сегодня сразу же 5 серий. Но, ребята, то, что я сразу скажу, только в первой серии будет у нас выбор вот этих победителей. Давайте как раз сейчас их посмотрим. Итак, ребята, вот есть у нас 9 участников, давайте их сразу же заберем сюда и поставим же сразу же в передатчик. Ребята, почему только в одной серии у нас будет угадывание покемонов, да? А потому что как бы 5 серий выходит в один день, вот сегодня выйдет у нас 5 серий. Чтобы выбирать вот этих участников, чтобы люди отгадывали, чтобы дать время людям написать какие-то покемоны, чтобы потом выбрать победителя, участников, это минимум нужен один день. А так как сегодня выходит 5 серий в один день, то, в принципе, только в первой серии вот сейчас у нас будет выбор этих участников победителя, а потом как бы... Ну, потом это продолжится, но я еще расскажу, что только, как бы, в этой серии у нас, ну, как бы, сегодня, можно сказать, у нас будет только в одной серии вот это выбор участников-победителей. Вот, кстати, один уже у нас есть, а в остальных не будет, потому что я уже сказал, почему. Поэтому, ребята, давайте, в принципе, сейчас... Словим какого-то покемона, чтобы уже было на прокачку. Я бы хотел словить, дайте подумать, кого бы я хотел словить. Фиг его знает. Еще скажу, вот поэтому сегодня у нас не было отгадывания какого-то покемона в этой серии. Только показала, какой покемон был в предыдущей серии. Как бы еще одного покемона не было, потому что, как бы я уже сказал, почему, да? В принципе, вот, сегодня мы выберем второго нашего победителя, участника, то есть, так, у нас есть ультраболы. Давайте себе сделаем вот так. О, у нас тут еще есть куча вот этого. Давайте себе сделаем вот так и вот так. Сделаем мы себе, ребята, да твою ж мать, вот так, отлично. Сделаем мы себе, ребята, 20 ультраболов. Давайте это тоже вот сюда поставим. И давайте... Нет, не 20, а 10. Получается 10. Вот так. Потому что 20 ультраболов это очень слишком долго. Мы это все будем делать. Так, есть у нас тут топорчик. В принципе, он уже почти что сломан. Так что он сломан. Мы сможем себе... Да, сможем себе сделать. Вот так. Отлично, топорик. Давайте же сразу приступим, ребята. Сделаем вот так. И вот так. Ай.
Не буду я ставить на паузу, давайте, в принципе, вот так сделаем, да и все это уже не так долго, как было раньше, потому что вот эти покеболы сразу же падают в инвентарь, а мне кажется, это намного быстрее, чем было в предыдущих версиях, как вот ты делал эти покеболы, и они падали на пол, но как бы не на пол в одно место, а разбрасывались вообще вокруг везде, и это было, искать их потом еще нужно было поднимать. А вот сейчас вот это офигенно сделано, потому что сразу же в инвентарь падает, и это действительно отлично. Вот. А в верхней части, пока мы говорили, уже сделали. И у нас уже почти что молоток вот этот сломался. А, сейчас 10 верхних частей у нас есть. Теперь нижние. 5, 10. Вот так. И давайте же сразу сделаем 10 частей. А, вот что я думаю, может... Что там? Звук какой-то был. Хотел посмотреть, это молоток сломался вот этот. Думаю, что можно уже себе, наверное, сделать какую-то плантацию, потому что, в принципе, еда у нас уже по чуть-чуть уже да и кончается. Вот что у нас сейчас 22 курицы, да, которые мы выбили. Что у нас еще есть? Ну, 6. Ох, офигеть, у нас, в принципе, нет, да у нас еще нормально еды. Не, ну как бы еда и так пригодится, потому что пригодится, да. Нужно ее чем побольше, так как голод очень быстро тратится. Так, все, сейчас нам нужно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично, ребята, вот плюс 10 ультраболов. Я думаю, на первое время хватит сейчас. Давайте так, чтобы сюда поскладывать. Это мы сложим, это тоже. Это тоже. Это тоже, это тоже, это тоже. В принципе, пускай, да, вот так будет. Мы же себе еще даже сможем сделать 3 хлебушка. У нас уже один там был, но сделали... Так, сейчас, сделаем мы себе еще один. И вот этот тоже мы сюда поставим. Так, и вот так. Все, что у нас там жарилось? О, еще и стейки есть. Ну, в принципе, не, еды пока что так, нормально. Нормально. Sandstone, Wildlands. Почему оно будет у нас тут лежать? Давайте оденем, да и все. Ну, вот это не нужно одевать, нет смысла. Вот это, хотя нет, тоже нет смысла. Давайте это оденем, да и все, пускай будет. Фу, ну что, ребята, давайте пойдемте... Нужно словить какого-то покемона, но вот то, что еще раз говорю, у нас нет покерадара, это будет немного так тяжело, потому что дайте подумать, кого нам нужно. У нас есть огненный покемон, у нас есть электрический покемон, и у нас есть покемон, это какой? Да, это призрак. Ну сейчас нам, по идее, нужен или водный, или травяной, или... Нет, только водный и травяной. Ну, может, конечно, еще там летающего, еще кого-то, но... Давайте-ка все же мы словим вот какого-то такого. Вот этот 38 уровень. Давайте попытаемся его убить. А, главное, чтобы не выкинуло, потому что действительно оно выкидывает. Не знаю почему. Наверное, так как писали, что выкидывает из-за... Охренеть. Выкидывает из-за шейдеров, потому что есть такое, что как бы шейдеры там не сочетаются, да, с какими-то текстурками, поэтому выкидывает. Охренеть, что-то у тебя урон такой. А, да, вот этот будет получше, конечно. Это же электрический. Отлично. Так. Кого бы нам словить, ребята? Я бы, конечно, имел желание словить того же там Бульбасавра или еще кого-то. Это было бы, конечно, круто. Потому что у нас есть Solar Beam, да, TM-ка, которую мы можем изучить, и, в принципе, это будет вообще офигенно. О, точно, мы же еще можем словить Снайви или ту же Чикориту. Точно, я что-то как-то и забыл про это. Но это же, конечно, нужно поискать. Ребята, это, как я говорил, это у нас первая серия. Как бы первая серия за сегодня, да, то есть я еще раз повторюсь, на сегодня будет, ну, приблизительно 5 серий. И давайте
Давайте, давайте устроим небольшой такой опрос, голосование. Ну, как бы, дайте я сейчас объясню. Небольшой такой мне презентик в честь день рождения. Дайте я с гейммода возьму себе парочку XP-шер. Если вы не против, вот поэтому я и не сразу же беру, что вот, у меня день рождения, дайте я возьму себе там пару XP-шер. Вот, как бы я не сразу же так беру. Я у вас как бы спрашиваю. Не будете ли вы против, если я возьму себе парочку XP-шер, ну, как бы не просто так, да, а то, что у меня день рождения, как бы такой небольшой подарок, да, XP-шер. Вот как раз у вас спрашиваю, не будете ли вы против? И, в принципе, ребята, пишите, не будете ли вы против? Так, кстати, нам выпал Glowstone, отлично, нам еще нужно одну штуку. Нам нужно одну штуку, и мы себе сможем сделать... Потом редстоун. Какой редстоун? Ну, как бы да, потом мы себе сможем сделать редстоун лампу, да? Лампу. Потому что нужно нам сделать. Нужно. О! Что, сможем уже? Сможем? С этого выпадает? Выпадает! Отлично, ребята. Мы себе уже сможем сделать редстоун лампу для того, чтобы сделать себе компьютер. О, так. Если сейчас с этого XP-шер выпадет или что такое, вообще будет офигенно. Так, что-то залагало, я уже подумал, сейчас выкинет. Так, сейчас, секунду. Антидот. Ну, как бы антидот не пригодится нам так, я думаю. Хотя, ну, в принципе, ладно. Пускай будет. Потом, может, магазин сделаем или что-то такое. Рау Чикен, так. Кто там у нас уровень поднял? Инфернейп? Да. Вот как раз поэтому нам бы было просто офигенно иметь хотя бы 1-2 XP-шера, потому что каждый раз менять все покемоны, как бы вступать в бой, это, если честно, очень так долго. И было бы вообще офигенно, если бы действительно у нас были XP-шеры. Давайте побежим куда-то вот в этот лес. Попробуем найти того же хотя бы Бульбасавра или Снайви или еще кого-то. Было бы действительно круто, если бы мы их нашли. Давайте туда поплывем. Ребят, если бы у нас был покерадар, то до сих пор, пока мы сейчас имеем тут три покемона 44, 36 и тоже 36 уровня, если бы у нас был покерадар, если бы он, в принципе, был на эту версию, то, ребята, у нас бы уже покемоны были как минимум левела 60-го или там 70-го, если не больше. И плюс к тому у нас бы было уже не 3 покемона, а приблизительно 6, 7, 8. И плюс к тому у нас бы уже было 100% там парочку экспешеров, других шапок, куча поушенов, куча еще других каких-то там шапок или что такое. И плюс к тому у нас было уже куча, ну куча не куча, но было бы у нас уже, если честно, дофига мастерболов. Ну как бы не то, что очень прям дофига, но было бы нормально, потому что находили бы мы боссов действительно так, ну часто. А так, если мы найдем хотя бы одного босса, это уже будет офигенно. Ну я не знаю, вышло там новое, вышло там покерадар или нет. Я думаю, что нет. Дайте я посмотрю. Секундочку, ребята. Я только посмотрю, есть ли там какие-то изменения, то есть вышла ли там какая-то новая версия. Сейчас, секундочку. Тут есть какая-то новая версия, но это бета 3.2. Это, походу, у нас идет на версию Майнкрафта 1.7.10. Или нет, или что-то я неправильно понял. Ну ладно, в принципе, это как-то не так важно, мне так кажется, потому что очень что-то оно там не меняет. Ну, конечно, да, новая версия, там пару багов, конечно же, тоже исправили, но не знаю. Если бы был покерадар, было бы вообще просто нереально офигенно. Так, ну что, давайте мы, может, все-таки домой тпкнемся, в принципе, хотя бы поспим, потому что днем не очень все видно, что там и как делается, да.
Давайте мы поспим, и я думаю, давайте мы поспим, и все же уже, наверное, пойдем прокачивать. Нет, пойдем выбирать победителя, да? Да, пойдемте уже сразу выбирать победителя, ребята. Фу, ну что, давайте. Один из девяти, кто там выпадет. Так, ну что, давай. Давай, книжечку. Любую. Ждем приблизительно 10 секунд, где-то так. Во, даже меньше, хотя фиг я знаю. Ну что, давайте поднимаем. Миссис Фрост. Отлично, у нас второй победитель, ну, как бы участник, да, победитель. Сразу же пишем сюда. Манчлекс. И... Вот так, ребята. Есть у нас уже два участника, которые выиграли в этом, угадали покемона и попали вот сюда. Есть у нас уже два человека. В принципе, ребята, что я думаю? Давайте все-таки на этом уже закончим эту серию. Ставьте лайки. Еще раз говорю, чем больше, вот если сегодня на этой серии наберется 100 лайков, то сразу же выходит вторая серия. И так может выйти до 5 серий, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.